Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с сайта GearBest. Это смарт-браслет. Так, добирался этот смарт-браслет около 3 недель. Менее, вернее, даже 3 недель. Чуть более 2 недель. Здесь вот на коробке вижу штрих-код, написано январь, 29 января 2016 года. Не знаю, что это, дата изготовления или еще что-то. Здесь вот характеристики данного браслета, смарт-браслета. Так, заказ был сделан на сайте GearBest по акционной цене, довольно-таки неплохой. Инструкция. Так, и вот мы видим смарт-браслет L5+. Инструкция на английском языке. Как пользоваться приложениями, все такое. В общем, будем тестировать, пробовать, как он будет работать. Так, вот такой вот браслет сразу взял в руки, сразу завибрировал он мне. Так, на меня вот то, что не понравилось, это то, что получается в горизонтальном положении часы. Но я видел на 4PDA, перепрошивка новая, там уже будет в вертикальном положении часики. Вот здесь дату показывают, время. Пульс, режим сна, шагомер. В общем, довольно-таки неплохо, так прикольно смотрится. Браслетик прорезиненный, такой неплохой браслет. Так, здесь еще, по-моему, снимается и где-то подзарядка должна быть. Если не ошибаюсь. Как-то, в общем, он тут снимается. Данный браслетик. Здесь на 2 кнопочки застежка ремешка. Здесь, я так понимаю, датчик измерения пульса. Приятная такая вибрация, когда дотрагиваясь к экрану, к дисплею. И здесь я вижу такая пленочка какая-то, потому что тут две руки нарисованы. Скорее всего, тут защитная пленка. Пока снимать ее не буду. Еще не определился, что с ним делать. Или на продажу, или оставлю себе. В общем, ссылку я приложу в описании. Заказ был сделан на сайте GearBest. Доставка очень неплохая. Вообще меня доставка по сравнению с тем же Алиэкспрессом довольно-таки радует в последнее время. Ну и есть заказы, конечно, которые не были отправлены. Ссылка в описании на GearBest. Кому интересно, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Пока.